Правда ли, что в Талмуде, сборнике множества книг раввинистической литературы, комментариев на Писание, фольклора, традиций, обсуждения закона, правда ли, что в Талмуде есть очень-очень грубые высказывания об Иисусе? Вероятно, да. Но об этом есть некоторые споры. Хотя это не должно нас удивлять, потому что на Иисуса клеветали во время Его земной жизни, и Его отвергали некоторые иудейские религиозные лидеры, и некоторые даже злословили Его тогда, говоря, что Он совершает чудеса силой сатаны. После этого нас не должны удивлять, что иудейские лидеры говорили грубости об Иисусе и верили в эти неприятные вещи. Это не является оправданием, но это не должно удивлять нас. Вот что Иисус сказал в Матфея 10:25. «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его, если хозяина дома назвали Вельзевулом, как сам сатана, не тем ли более домашних его?» Во-первых, мы знаем, что на Иисуса клеветали, и Его имя злословили при Его жизни. Неудивительно, что иудейские лидеры, которые отвергли Его, продолжили злословить Его. Номер два. На протяжении столетий, когда еврейский народ продолжал отвергать послание Иисуса как нация в целом, и когда христианство стало доминирующей религией, тогда церковь начала гонения на евреев. Ранее евреи гнали христиан, теперь христиане гнали евреев. И это усиливало враждебное отношение евреев к Иисусу и христианам. Спор в том, говорит ли Талмуд о том же самом Иисусе, или же это другой Иисус, потому что это было очень распространенное имя. В Талмуде есть очень-очень грубые слова о конкретном Иисусе. Говорится, что он был колдуном и идолопоклонником, который вводил людей в заблуждение, что он был сыном блудницы, и что его мать Мария спала с римскими солдатами, потому он был рожден вне брака. И если это тот же Иисус, о котором говорится, то сказано, что он горит в экскрементах в аду. Да, это действительно есть в Талмуде, если это об одном и том же Иисусе в этих различных отрывках. Некоторые ученые говорят, что это так, другие говорят, что это не так. Есть раввины, которые говорят, на самом деле мы точно не знаем. Но это обидные и гадкие вещи. Пожалуйста, поймите, это составляет меньше ничтожной доли процента содержания Талмуда, главной целью которого является не атака на Иисуса, но рассказать о евреях и о законе. Если Талмуд действительно упоминает Иисуса в этих отрывках, это гадко, это неправильно. И это дает еще больше причин достигать благой вести евреев, чтобы рассказать им, кем на самом деле является Иисус. Мы можем помочь вам в этом. Заходите на наш сайт askdrbrown.org, там вы найдете много материалов, которые помогут вам.